надо включать мозги во время бойного. И тогда тебе легко будет там. Я не здоровый с вами. Матея, встали.
Да, Вика, бери его, Андрюха, берешь Петрю, убираешь и берешь. А, что железо? Устал ли вы? Нет? Ну давай еще разочек сделай. Что такое? Ноги? А щитки купить. Не, по щитки купить. Ноги надо еще бить. Готовы? Приготовились. Стоп. Максим, убери гантели. Да. Готов? Вика готова? Михаила готова? Ой, Вика. Давай. Лена, масло. Ой, Вика, как ты идешь, некрасиво. Вика. Готова? Да. Мат, прошу. Посмотри, как ребята стоят, вот что. Не боись. Готова? Хаджиме? Все, кланяйся. Начинаем. Друга не разговаривай. Вот так, молодец. Здесь убить мы. Он дышать, магна здесь. А друга стойка. Смотри. А, Михаил, давай упрям. Макс, вот я? Вот я, что за два? Вот я. Сделай шаг назад. Еще раз, ты стоишь в центре. Макс, ты стоишь в центре. И не уходишь, как ты одна нога уходит из центра. Больше мата, ясно нам? Вау, Андрюха, красавец. Только надо в сторону камеры кидать. А то так... Молодец. Гений Петя, когда упал, никто не видел даже. Мат, центром. Двумя руками, мат. Сейчас. Вот улетел уже. Двигаться надо было туда быстрее всего. Смотри, идет борьба, ты упал, и сразу должен уйти развернуться лицом к противнику, чтобы видеть, чтобы он сзади мешающий не сделал. А то он обязательно на тебя сзади Петя, туда, пожалуйста. Петя, значит, смотри.
Андрюха, да. Федерация дзюдо по субботам с 10:30 на Ботанике будет проводить там 11 лет, 12, 13, 14, 15 и девочки, мальчики учебно-тренировочные поединки. То есть приходишь туда, приезжают все республики. Ты помнишь институт, не институт физкультуры, а на Ботанике мы боролись? Не знаю, где мы помним. На Ботанике зал, помнишь, большой такой зал, и стеклянные эти, вот Макс там боролся, этот Кристиан боролся тогда, Макс Кристиан за тройку боролся. А, ты боролся, этот Александр Иванович. Да, проиграл потечу. Да. Там 10:30 часов по субботам. 11, 12, 13, 14, 15, 16 лет, значит, будут не сборы, а учебно-тренировочные схватки. У нас раньше центральный стадион, где был, там был зал, и приходили, и как бы близко все. Сейчас на Ботанике. Большой зал. И мы там приходим, там есть девочки и мальчики. И по возрастам просто знакомитесь, и можно будет бороться. Пожалуйста. По 5 складок, по 10, сколько ходить. Кто как готов. И можно приходить туда, бороться под дзюдо. По самбо нет, потому что там федерация дзюдо, это их не зал. Значит, под дзюдо. Это будет не с этой субботы, не с этой субботы, но я завтра, послезавтра занят, у меня чемпионат республики по вольной борьбе, я видео делаю, фотографии, поэтому я буду занят. Следующая суббота, это у нас первенство республики, а вот следующую субботу, уже тогда, я даже спрошу, вот, и тогда мы уже можем ходить туда бороться. Вот так же быть? Конечно, я обязательно приду. То есть без меня, как бы, ученики должны быть с учителем. Мы посмотрим первый раз сюда поедем, а второй раз посмотрим, кому где как ближе. Я буду приезжать прямо туда, вы прямо туда. Мы встречаемся, я забираю вас там мобильный, чтобы это... И все, и когда тренировка идет, мы там. Тренировка закончилась, значит, мы проводили. То есть, если человек 4 будет, например, очка, это лет 60, там где-то по 15-20 лет собрать, такси и домой. Вот так. Да? Вики. Там будут чисто девочки, там можно с девочками побороться, познакомишься, у тебя будет только подруги. Все, девочки, все, до понедельника, вы, Ларри Витерия. Так, здесь Андрюха и Макс, вы должны мне расписаться, я вам еще раз покажу, где, что, когда. Наверное, вот почему, я вчера разговаривал со спортивного лицея, с тренером. И он тоже говорит, вот не знаю, выставляет, не выставляет. Я говорю, давай мы запишем. Он тоже 100 килограмм. Я говорю, может они третье место разыграют. Будут там три человека, они разыграют второе, третье место. Первое отдадим так, как будет это, кто там самый здоровый. Отдадим, а свои места заберем. Ну я пошутил, конечно. Вот. И мы что сделаем? Посмотрим. Посмотрим, кто будет бороться. Единственное, что Макс, ты еще не все принес. В следующей неделе мы должны и кимоно, чтобы у нас было, стартовый взнос был. В пятницу я освободил от урока. А ты борешься, знаешь, когда? Ты борешься в воскресенье. Это Доминик. Он борется. Он. В субботу, Андрей. У него Андрей взвешивает Вини. Я буду с... Сейчас, просто слушай. Вини, у Андрюха у тебя Вини, а борешься с Симбом. Сейчас я тебе все скажу, когда и что. А ты взвешиваешься в субботу, борешься в воскресенье. А если борешься в воскресенье, значит, тех в воскресенье, а тех в понедельник будут в школу не идти. Они в пятницу не пойдут, а вы в понедельник. А кто пойдет еще со мной вешать? Пойдет к виску, пойдет к сырбу, должен пастухов пойти, должен ты пойти. Кто там у нас еще есть? Алеша, вам не звонят?
Нет, Алёша не звонил. У тебя есть его телефон? Я так сегодня на улице иногда, да? Вот. Ну, если этот мешок. Конечно, я знаю, где вы встречаетесь. Сказать тебе? Нет. Курил? Нет. И он, они, я вообще не понимаю, они вот эти покупают себе вот эти трубки. И вот так вот держат. Даже нету этого. Кайфа нету. Трубки электронные сигареты. Или возьмут сигареты, да, и встанут там вот, за лицеем, там, писят, какают, там, все, ну они сидят там. Эй, блин. Хочешь нормально? Пошел в пиццу. Или там, где можно есть пиццу. Взял себе пиццу с другом 3-4. Где можно покурить? Все красиво, покурил одну. И хватит. Объясняю, это портится здоровье. Здоровье сейчас какие деньги стоят? У меня жена только зубы сделала, 50 тысяч было. Это вот целый год копили, чтобы только это сам. А ты представляешь, болезнь какая-то? Знаешь, сколько сейчас денег уходит? Я стараюсь не болеть. Да. А для того, чтобы болеть, я должен курить. То есть 30 лет, через год у меня ноги будут опухать, эти. Все, пацаны, встали. Вы, оказывается, а вы вдвоем ко мне. Нужно рассказать. Так, значит, Макс, так, я выключу здесь, а то тут все, что я говорю... Все будут знать.